Но перед началом данного выпуска хочу посоветовать тебе клан Коронавирус. Если любишь участвовать в КВ и ОКВ, а также в играх кланов, то тебе к нам. Прием начинается от 6-го таунхолла. КВ 5 на 5 гарантировано. Ну а если ты будешь добавляться, то возможно будут более масштабные бои, а также Лига Воин кланов. Клан еще молодой, ему есть куда стремиться. А судя по ходу войны, всего 7 побед, 4 поражения. В общем, не так уж все и плохо для начинающего клана. Если так клана видно, то тогда добавляйся. Будет весело. Ну а мы начинаем. Как же сложно играть в Clash of Clans. Многие игроки не выживают. Даже до 6 ТХ. Особые смельчаки. Игру есть особые способности, которые открываются на 5 уровне, их можно использовать во время атаки. Так вот, дожить до 7 ТХ уже достижение. А до 8 так вообще чудо света. Но я на 9 ТХ и не жалуюсь. Так вот, а если сейчас я попробую вырубить даже музыку? Надеюсь, так будет проще для тебя. Так вот. Всякие гости бывают на моей базе. Причем за ними убирать не то, что прям не хочется, а просто... просто брезгую. Итак, давайте посмотрим, как он на сей раз добился таких результатов. Причем трофеев у него было меньше. Что дает ему больше кубков? Вот сразу гиганты пошли, смотрю. А еще я вижу у него магии, дракона, четвертые пеки, исцелялки. В общем, стандартный микс, который выносит на 2 звезды стабильно. Ну, как я уже говорил, моя база это рублевка. Реально. Похоже, да? И таких баз по всей России мира полно. Вот знаешь, гигантов хорошо подпитывать исцеляющим заклинанием, так как они более эффективны. А еще под это же заклинание подходят и пеки. Кстати, к пекам можно применять и спешное заклинание. Это помогает на сотку. Все, они уже разнесли нахер ратушу. Да, кстати, я в той рекламе забыл упомянуть. Если у вас появятся спамеры, гоните их к чертям всеми семимётлами. Кому они нахуй срались? Ребят... Не держите спамера в клане. И уж тем более не забрасывайте его, он такой годный. Ну, судя по всему, тут сражение уже дошло. До того, что даже четвертую пеку легко вырубают бомбежки и пушки. И, собственно, скоро представление закончится. Давай, дракон, подлетай, подлетай. И все? Ты мог бы еще там пару процентов вырезать? Ну да ладно. Вот такие вот бывают гости. Что касается наград, то я пока не вижу смысла их брать, потому что... Ну, возьму я эти награды, и что? Ах, да, забыл. Можно взять награды, эликсир, золото и дарк элик. И просто темный эликсир. Все, все награды забрал. И что с этим делать? Правильно. Улучшать стены. С каждым разом стен становится все меньше. А это значит, что уже скоро, возможно, я докачаю стены до уровня бога. Там насколько хватит. Да, помните тему с багованной повозкой? Да, я тоже помню, люблю, скорблю, да, как там правильно?
вспоминаю. Вот когда улучшаете стену за эликсир, контролируйте его, потому что если вы переборщите, то вы не сможете нормально построить войско. Если у вас миксы по 285 тысяч каждый. Так вот. Ну, я думаю... этого достаточно. Итак, у меня что-то улучшаются валькирии, а еще герой. Как думаете, куда следующий элик кинуть? В лабораторию, где нужно всего-то делов улучшить заклинания, а также голем, гонча и хоги. Или же проще копить на королеву лучниц? Подскажите, пожалуйста, в комментариях, а то я, как всегда, всякой херни натворю, а потом поддерживайте дизлайком и отпиской. А мне этого не надо. Ваше мнение очень важно для нас. Ни одна техподдержка в мире. Ну, собственно... Вот, Саламандр, ступай клан и покидает его. Гоните таких... Да, туда... В этот половой женский орган, всеми семи мертвыми, откуда они вылезли. Таких вот ненавидят в клане. Ну, собственно, тут показывать уже нечего. Все, что надо, я уже показал. Все, что нужно, я уже обнажил. Ну, разве что могу вот это кинцо показать. Итак, видеоурок, как правильно атаковать. Сразу идут. Пики. И что самое важное, оттуда никто не выглядывает. Конечно, не все пики ринутся сразу в центр. Некоторые еще и огибать успевают базу. Вот сразу видно рашу, потому что я вижу стены 7-го левела. 8-го уровня вообще не вижу. Хотя нет, рашер не знаю или нет. Но я точно знаю, что вижу же стены 10-го левела. А может, он просто не успевает улучшать как надо. Так что я даже не знаю. Ну что сказать? Не повторяйте моих ошибок. Никогда. Потому что весь этот видеоурок полная херня. Реально. Уже все. Ну, но две звездочки вы заработаете гарантированно. Ну а на этом все, да? А, насчет деревни строителя парочку слов пройдусь. Я вот думаю. Что улучшать потом? Вот варианты. Башня лучниц, фейерверки, мультимортир, воздушные бомбы, дробильщик. Ну, я бы начал с башни лучниц. А вот сколько стен надо улучшать. Поэтому... А лучше всего начать с чаще. Ой. У меня же улучшается двойная пушка. Да, я дебил 80 уровня. Не благодарите. Нет, атаковать я сейчас не буду, так как... Испытания дня обновятся через вот это время, и потом... Не, ну его нахер, я уже завершу данный выпуск. Подписывайтесь на канал, если понравилось. Подсказывайте, что надо еще в комментариях. Ну и удачного дня, и... Пока!